Давай начнем с итогов Кубка. Насколько было приятно на домашней арене победить в домашнем турнире? Ну, охота сказать спасибо большое болельщикам. Поддерживали нас, гнали. Вот результат, победа. Ты весьма один из самых молодых игроков в команде. Как для тебя этот турнир прошел? Как его оценишь? Я считаю, достаточно неплохо. Это мой первый турнир на взрослом уровне. Я считаю, я хорошо справился. Ну, сегодня такой момент был столкновение, да, когда за тебя Хмелевский заступился. Вот этот момент столкновения с соперником ты там не увидел или как, не ожидал? Ну, мне показалось, Вовченко свалил на мне, но хочу сказать спасибо Саше, он за меня вступился, как настоящий мужчина. А вообще, было ли волнение перед турниром как-то, или ты спокойно к этому относился, как обычный матч? Ну, небольшое волнение было, но я считаю, что я хорошо справлялся, и поэтому волнение быстро ушло, и уже игралось спокойно. Я так понимаю, у тебя сегодня есть первая передача «Салават». А как, насколько тебе это приятно, насколько тебя парни, может, похвалили, подбодрили? Ну, приятно, конечно, но это еще не результат. Это товарищеский матч, товарищеский турнир. Все будет в сезоне, надеюсь, там получится играть еще лучше. Ну, такие вещи все-таки раскрепощают, придают уверенность. Ну, очень приятно заработать результативный балл, так что это поможет мне в дальнейшем.